Дубленка – крупная покупка. Но можно обойтись и без лишних затрат. Достаточно перебрать антресоли. Эта замечательная дубленка прослужила мне не один год. И цвет и фасон меня очень устраивают. Покупать новую я не собираюсь. Хочу переделать из нее новую дубленку. Все, что нужно – искусственный мех и декоративные застежки. Сначала срезаем старые меховые полоски с полочек, низа и рукавов. Искусственный мех отлично подходит для домашнего рукоделия. Его очень легко кроить и шить. Но не нужно забывать о направлениях ворса. Он должен быть одинаковым на всех деталях. Складываем мех лицевой стороной внутрь. Отмеряем ширину около 20 сантиметров. И длину полочек около метра. Затем разрезаем линию сгиба. Это окантовки полочек. Теперь край манжеты. Измеряем окружность рукава, отмечаем высоту и вырезаем два прямоугольника. Примеряем. Стачиваем края на машинке. Манжеты готовы. Отлично. Пришиваем их к рукавам. Также пришиваем отвороты. Готово. Старую дубленку уже не узнать. Осталось сделать застежки. Мне нравятся этнические мотивы. Давай добавим эти застежки из шнура. Раскладываем заготовки на дубленке и прикалываем булавками. Пришиваем застежки потайным швом. Дубленка готова. Мне нравится то, что у нас получилось. Совершенно новые вещи, старые, элегантные, простые. Искусственный мех, застежки из шнура. Полчаса. Вот и все, что нужно, чтобы в вашем гардеробе появилась новая дубленка. Ольга Никишичева, Дмитрий Волков, Первый канал.